Продолжаем работать на первом мостике. У нас вот уже сходили на обед сейчас. Сегодня у нас 9 июля. Вот ту сторону мы сделали, выложили уже вот такими. Сперва забутили линосолом, а потом сверху камнем заложили. Камнем. Они вот начали эту бровку, а там Виталий и я нагружали глину. Сейчас вот Владимир Юрьевич пошел ему помогать на палатку. И я там засыпал 8, Виталий, я там 8 засыпал. А надо 12 и 4 ведра. Четыре ведра набирается, сверху ставится и везется. О, босиком пришли. А, это мы бровки делали. Кого делали? Бровки, видишь? Вот бег, стариков. Вот? Нет. Вот туда чуть-чуть дальше, пойти на второй. На втором он купаться или тут? Да, он тут недалеко, наверх. Чего вы идете? На второй мостик? Где мы будем купаться, знаете? Ну шлюз стоит, ты же помнишь, вон там шлюз. Шлюзи? А, да. Там в рукаве шлюза, что ли? С левой стороны от шлюза. Нас еще не отпускали, вон те. Вон те? Вон те. Почему? Он же про это и сказал, чтобы вы туда шли. Сказал, стойте пока. О, смотрите, что я нашла. Вы видели там, как порты сделали-то? Да, я видела это. И вот здесь так же сделать. А-а-а. Но перед тем, как сделать, надо все сюда отплынуть, по-новому там засыпать. Там прям... мы поднимаем выше. Видишь, как сразу высоко? Мы хотим, чтобы вода, если поднимется выше, она попадет туда, там деваться некуда, она пошла бы по дороге. Тогда она не размоет. Это большая работа, большая и интересная. Значит, давайте я вас проинструктирую. Значит, здесь больше ни разу не было? Нет. Значит, опять попадает вопрос. Ты здесь купалась вот раз? Нет. А ты? Нет. Мы потихоньку. Помню, как мы тут рыбу ловили, разве что. Да, нет, не подожди, где? Здесь купаться? Значит, нет. Давайте так, вы купаться без меня не будете. Я пока приду, покажу где. Сейчас вот так вот по этому пройдете, второй мостик, дойдете до конца его и вернетесь. И по берегу, вот озеро-то вот так вот идет, а вы по этому берегу идите. И когда увидите такое, ну пройдете 100 метров, и вот так вот как бы ложбинка, вот там крещение как раз и было. А потом я подъеду на себя и постараюсь вас провести в шоу. Долго вас ждать? Ну, минут 10. А ты поняла, хорошо, куда идти? Вперед, а потом назад вернуться? Ты поняла? Я не поняла. Пошли к шлюзу. Сейчас вы пройдете по там и до конца. Да, смотрите налево-направо, какие там, где ставили пломбы, сколько с вами забили. Все, смотрите. И назад вернетесь на этот берег и по нему пойдете туда. Вот это все... так. А, и туда. Да. Все. Да. Когда дойдете, там в одном месте будет ложбинка. С этой стороны ложбинка. Там крещение было. В кино показывали. Там вас ждать. Вот. Пока садитесь. Маленько посмотрите. Тогда идите дальше. И дойдете, еще пройдете 50 метров, а так перережет там дорогу, как бы, ложу. Это шлюз. Я отсюда сразу буду выезжать.
торопимся, торопимся. Как-то маленьких девочек каких-то не хватает или что? Они пошли тренироваться. Ливия ушла с Леонидой на пианино играть. Смотри. Все понятно. Вы сейчас сюда идете. Пиано, вот пианино. Дамба пошире маленько и туда выходить. Но сначала землю надо засыпать, да? Да, не, маленько убираем. Сейчас, так, тихо. Стережку, чтобы не сломать. Сначала ведра подождите. И высыпай там на солому. Хорошая мужская работа. Поехали. Пускай быстро. Все. Потихонечку, потихонечку сваливаем. Взяли самую плохую палатку. Порвете, вообще тогда нам беда будет. Потихоньку. Так, нажимай. Все. Вытаскивай. Все, разворачиваем здесь. И вот там укладывайте камни. Сейчас я буду сам. Так, вес, расставайся. Да, я здесь. Я здесь. Вот отсюда, вот мне камни сейчас подавай большие. Давай. Мы сейчас здесь перегородим. Внизу камни. Вот так вот, клади его. Сейчас стенки. Вот туда, вот тут просвет. Вот тут часть? Да, вон туда просвет. Вот, все. Следующий. Вот, дальше этого земля у нас не пойдет. Хорошо. Подожди пока. Сейчас я туда землю даю, а ты солому бери и будешь подталкивать. Толкушкой. Толкушку бери. Давай. Холодненько помогай нам. Соломой крути. Сейчас я поснимаю. Начинаю дальше камень укладывать. Стоп, подожди, уходи отсюда. Этого достаточно. Туда ложи камень, чтобы поднять бров. Не бей только аккуратно к стенке. Вот так. Сюда теперь забивай. Вот это тут небольшой хотя бы. Братец окружает. Все.